Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Фидос. И сегодня у меня новое видео. Это обзор на Glock Relic из Standoff 2. И сегодня мы его будем тоже обклеивать вот наклейками. Это я его заказывала на Озоне. У нас такие маленькие ножницы, конечно. Вот видите. Протыкаем. Ой! Блин, не получается. Давайте сделаем вот так вот. О! Вот. Вот так. Я обычно на Валберсе показываю. Сейчас решил что-то на Озоне показать. Решил на Озоне посмотреть оружие из Standoff 2. И вот релик нашел. То его на Валберсе почти нету. Это, кстати, не Вазвуден. Это не Вазвуден. И USP Genesis тоже не Вазвуден. Это вообще невозможно. У меня как-то МДИ там лежит. Вот. Там МДИ байонет лежит. Он вот от вас выбил. Тут еще одна упаковка. Я почти одну минуту записи потратил на распаковку. А вообще. Ну-ка. О, тут еще и резинки тоже есть. Дают. Вообще ненавижу. Вил надо ножиком открывать. Ножом не надо. Так, давайте попробуем ножницами. Вот так. Вот так. Это, кто, может быть, заходил, короче, в Standoff 2 в кастомное лобби, кому-нибудь, короче, присоединяется, Аксель Болт и говорит, в течение 24 часов ваш аккаунт, типа, будет забанен. Забанен. Впервые я, конечно, расстроился. Ну, а потом уже, потому что это спамер, потому что он может так миллионам человекам рассылать, как он, типа, это делает. Ну, вот я с другого телефона захожу на, ну, не на основной, а создаю кастомное лобби, там регион России, все такое. И все, короче, типа, мне не заходит никакой Оксильбол. А на моем основном аке, где дорогие скины есть, я, кстати, F7N за 0.70 словил. Может, потом видео про Standoff будет выходить. Вау, почти его открыли! И потеряли на этом 3 минуты вашей жизни и моей. Спасибо большое тебе, Озон. Давайте быстро сделаем. О май гад. Glock Relic. Вау. Glock Relic. Пиум. У меня там секретная анимация, не знаю. Может, как и у ИСПа. ИСП. Ну, и резиночки. Резинки. О, это у меня дрона. Так, сейчас будем его обклеивать. Или не надо, а? Так, допустим, вот так его держим. Так, нам надо... Сейчас, погодите. А, надо вот эту вот. Блин, а какими же можно релик заклеить? Какими-то такими золотыми, да? Блин, а на релик... Панишер? Давайте в рейл Панишер наклеим на релик. Чё? Это же релик. Мой самый любимый скин на G22. Релик. Панишер. Чисто Панишер. Блин, давайте на ручку. Он на ручку помещается. Опа. Панишер! Это Панишер. Офигеть. Так, теперь надо какую-нибудь маленькую. Блин, В2 нет. Можно такую маску, но она большая, наверное, будет. Давайте попробуем, да? Ну да, чуть-чуть большая. Ох, тебе подходит. Прям тютельку в тютельку. Вот такая маска. Так, надо вроде бы еще сюда. Сюда, да? Сюда? Блин, а как там глок обклеивается, я же не знаю.
Давайте еще Gold School. Gold School. Прикиньте, Punisher. Дорогие наклейки. Не, я не хочу змею заклеивать, короче. Ладно. Что, может, для наклейки норм? Ладно, сюда Gold School наклеим, да? И будем заканчивать. Офигеть, 5 минут уже идет урок. Когда будем уже заканчивать? Ребята, всем пока. С вами был, как всегда, я Федор. Сегодня у нас был на обзор на G22 релик и стендалл. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.